Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зимнему отопительному сезону – это неотложная задача. Зима, как правило, не ждет. Пока погода нас радует теплом, в поселениях активно шла подготовка жилищно-коммунального хозяйства. Например, в поселке Афипске о том, как проходил этот важный процесс, нам рассказали управляющие компании «Жилой фонд» и «Сфера». Компания «Жилой фонд» работает не так давно, с 2015 года, но уже зарекомендовала себя надежным помощником жителей района. Специалисты организации обслуживают 8 многоквартирных домов в Северском районе. Так, с многоквартирным домом по улице Победы 4А в Афипском компания сотрудничает год и за такой короткий срок заручилась поддержкой жителей. В нем 158 квартир. Ровно год назад мы уговорили Ирму Эдуардовну, чтобы она помогла, спасла наш дом. Потому что действительно мы мучились. У нас выключали свет, полностью отключали свет. Оставался такой огромный дом без электричества. Мы поднимали на ноги всех. Ну, в общем, всех, кого только можно было, даже милицию. Даже народ у нас хотел идти перекрывать дорогу. С тех пор, конечно, нас вывели отдельно. Счета все. Каждый сам на договоре, каждый сам оплачивает и отопление, и электроэнергию. Вот. Но самое главное, что у нас вот к нашему первому подъезду невозможно было подойти. У нас там была сплошная канализация в подвале. За этот год у нас сделана канализация в первом подъезде. В тех подъездах еще пока нет, но в первом подъезде уже полностью канализация сделана. В подвал у нас можно зайти, а раньше в подвале у нас плавали на камере. Ребята в прошлом году вот из этой управляющей компании, когда нам включали отопление, они ходили в противогазах и в забродах. Сейчас в подвал можно зайти в комнатных тапочках. Казалось бы, это мало за год, но в принципе это очень много. Наверху, на чердаке они навели порядок, и вот в подвале навели порядок. Ну и так по мелочи каждое. Вот, немножко озеленение у нас изменилось. Год это еще очень мало, конечно, но мы надеемся, что у нас все будет хорошо. С вопросом, что сделано за этот период и какие работы произведены к началу отопительного сезона, мы обратились к инженеру компании «Жилой фонд». Провели гидростатические испытания. Была проведена замена запорной арматуры. Было произведено также переделка, будем так, не то что перепланировка, а именно переделка центрального отопления на в лучшую сторону, будем так говорить, замена труб, замена задвижек. Все теплопункты были, значит, тоже, как сказать, отреконструированы и приведены в должное состояние, которое к моменту отопительного сезона, чтобы к подготовке уже, как говорится, приступить к отопительному сезону в полном объеме. Этому дому всего 24 года, но проблем здесь еще много. Перспективный план работ специалисты уже разработали. Инженерные сети водоотведения, то бишь канализации, сделаны нами, управляющей компанией. Полностью первый, второй подъезд, все новое. В дальнейшем третий, четвертый подъезд, ремонт кровли. Полностью, так как тут мягкая кровля, бикрост. И система холодного водоснабжения тоже. Дома уже не один десяток лет, и поэтому трубы, естественно, приходят в негодность. 74 многоквартирных дома афипского поселения в обслуживании управляющей компании «Сфера». Из них 30 домов в центральном отоплении. Организация начала свою работу в 2009 году. Проведены все работы, необходимые по отопительным системам к отопительному сезону. В ночь на 17 число мы получили тепло. Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой системы отопления, распределением тепла в жилых домах. Жалоб нету, все в режиме. Довольны ли их услугами, мы обратились к жителям одного из домов, обслуживающих этой компании. Проживаю в этом доме уже 30 лет, с начала его так обоснования, так сказать. Нас обслуживает сейчас компания «Сфера». Ну, по подготовке к теплу, к зиме, я не могу сказать ничего плохого. Тепло нам вчера уже дали, в комнате у нас тепло. Это они занимаются у нас всегда своевременно. Конечно, есть у них большие трудности, там они и воду сливают, и продувают, и прокачивают, это все нормально. Что у нас в доме непорядок, это лифт. Они его поддерживают, но замена лифта уже должна быть, потому что прошло уже 30 лет. И если мы туда обращаемся за какими-то проблемами, все равно они делают, пытаются по силе возможности все исправлять.
Директор сферы пообещал, что долгожданный новый лифт в этом доме жители смогут оценить до конца года. Конечно, любая услуга должна быть предоставлена на высоком уровне, и жилищно-коммунальные услуги в данном случае не могут быть исключением. Взаимодействие с управляющей компанией для большинства людей – это большой стресс. Естественно, организация, которая готова идти на контакт с жителями, способна предотвратить любые волнения. Возможность оградить граждан от подобных проблем и значит качество. Чтобы обеспечить это, нужен целый комплекс мер со стороны управляющей компании. Но в целом они направлены на то, чтобы поддержать чувство защищенности в собственной квартире. Не зря же говорят: «Мой дом – моя крепость». В селе Львовском обсудили налогообложение на коммерческие объекты. К ним относятся административно-деловые центры, торговые точки, объекты для бытового обслуживания и общественное питание. Сумму платы вызвали негодование у ряда бизнесменов. Так, например, одному из предпринимателей придется выплатить свыше 450 тысяч рублей. В районную администрацию неоднократно поступали жалобы от жителей на необоснованно завышенный налог. Поэтому было принято решение провести рабочую встречу с участием всех заинтересованных лиц. Установленная ставка в 2% не соответствует доходам владельцев таких объектов. Они должны приносить прибыль и использоваться по назначению, иначе необходимо исключить их из перечня департамента имущественных отношений или произвести переоценку. Решение данного вопроса в полномочиях у депутатов поселения. По результатам встречи совету рекомендовали снизить установленную ставку до уровня 0,5% и распространить действие данного решения с 1 января 2017 года, чтобы предприниматели смогли сделать необходимый перерасчет в налоговой инспекции по Северскому району. На Кубани с начала года изъяли более 12 тысяч единиц поддельных товаров. Торговые точки буквально завалены некачественными изделиями легкой промышленности. Их маскируют под известные бренды и продают по низкой цене. В этом году специалисты Роспотребнадзора провели почти 750 внеплановых проверок во всех муниципалитетах, и 70% из них закончились составлением протоколов. Инспекторы сняли с торговых полок более 3500 партий товаров. Это мужские, женские, детские вещи. Чаще всего подделки поступают из Турции, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Грузии. В Северском районе завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении. В дежурную часть отдела полиции обратилась супружеская пара. Заявители пояснили, что к ним в квартиру ворвался неизвестный мужчина в маске, вооруженный ножом, и требовал отдать ему все деньги. Осмотрев квартиру, не найдя ничего ценного, злоумышленник скрылся. Полицейские установили личность нападавшего, им оказался 32-летний местный житель. В ходе дальнейшего расследования полицейские установили причастность задержанного к еще одному разбойному нападению, совершенному на автозаправочной станции 6 лет назад. Тогда грабитель в маске ворвался в комнату персонала и, угрожая ножом, забрал выручку в размере 4000 рублей. Материалы уголовного дела уже переданы в суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Уважаемые потребители электроэнергии Северского района, Краснодарские электрические сети информируют: в период с 22 октября по 30 декабря 2018 года на территории района будет проводиться работа по установке систем технического учета электроэнергии. Для безопасного проведения работ возможны кратковременные ограничения электроснабжения. Справки по телефону единой горячей линии Кубанинерго 8 800 115 52. В Москве в разгаре недели моды Mercedes-Benz. Один из самых ожидаемых показов сезона весна-лето 2019 года – коллекция Алены Ахмадулиной. Дизайнера вдохновила средневековая легенда о леди Годиве. Крой напоминает историческое платье с рукавами колокол, драпировками и многослойными юбками. В основе принтов – древние гравюры с образами львов, единорогов, солнца и цветов. Вещи Алены Ахмадулиной очень женственные, очень, даже где-то в некоторой степени такие сказочные. Все, что ей создано, дорого, красиво, богато. То есть там присутствует ручная работа, вышивка. Алена Ахмадулина и ее вещи, они вне сезона, они будут всегда. То есть это не то, чтобы платье, которое вы купите на этой неделе, и оно будет актуально только в этом сезоне. Нет, это вещи, которые будут актуальны еще много-много лет. А это дебютный показ детской коллекции Анжелики Рева, жены актера Александра Ревы. В качестве моделей – дети звезд. Уверенной походкой на подиум выходит 6-летняя Элина, дочь Михаила Галустяна, 7-летняя София, дочь Ани Лорак, а также 6-летняя Алла Виктория, дочь Филиппа Киркорова. Тем временем взрослые гости делятся секретами хорошего вкуса. Понятное дело, журналы – это все прекрасно. Я говорю, я так завидую длинноногим. Вы не поверите, потому что какой костюм, не возьмешь брючный или платье, все мне длинное, я маленькая, это так обидно.
И я желаю каждой, чтобы она шла от своей индивидуальности. Не гонитесь за модой. Лучше не добрать в красках, в деталях, в аксессуарах, чем сделать перебор. Поэтому чистые линии, какие-то прямые силуэты, немного цветов всегда будут говорить о хорошем вкусе. Отталкиваться от себя в первую очередь. Сделать что-то своими руками, в конце концов. Я так делала. Следующая неделя моды Mercedes-Benz пройдет в марте.